ход пошла лопата. О, рица и захерячила там. Собаку в ящик. Да мала. Всем привет! Выбрались на норную охоту. У нас Агилера молоденькая, 9 месяцев, Рицуха и Рейн. Прошлись к норе, нора жилая. Там батя уже стоит, ждет нас. Сейчас будем пробовать искать. Рица, иди сюда. Бен у нас в машине сидит, отдыхает. Подстраховочка. Несколько однорков. Пусть гуляет. Thank you.
Узко, страшные. Узко. Нора узкая. Кабель работает по лисице. Но взять не может. Чисто холосом. Рица мелкая. И та пролезть не может. Подрывается. Где-то такой тупик у них. Вон. Земля летит. Чувствую, будем копать. Гав. Сучка начала работать. Чисто тоже подойти не может. Сейчас потемнеет, что делать? Слышно хорошо, но сучка как-то прошла мимо.
метр с чем-то. Что, пошли за лопатами? Выгона не будет точно. Где ж сучка, не пойму. Сучку вообще не слышу. Ну, гуркотят что-то. А кобель начинает гавкать. Че кобель с лысицей? Че они с сучкой поменялись? Ну что, пошли за лопатой. В ход пошла лопата. Песок прям. Осторожно, там сильно не провали. Если что, поменьше лопатку можешь взять. Олег, в рюкзаке там черпак возьми. Рица и захуху захерячила, по-моему. Держит? Держит. Держи фонарь.
собаку в ящик, чи куда, там нету ящика. Дай фонарь. Молодец. Блядь. Ну я чуть-чуть неправильно этот определил, знаешь почему? Потому что он за сучкой стоял, да. И то, что я говорил, вот тут где-то тупик. Через него? Да, он или чуть отступил назад. Ничего не пойму. Да мала, блядь, это. Да мала. Сучка. Да. Достань малу. Давай. Малу сучку. Спрячь всю. Откуда, откуда? Правильно, да. Тупик, что я говорил. Раз. Значит, сейчас этим засыпем мягеньким, она пророет. Мягеньким засыпай. Отлично.